смотрите в новом выпуске видеодайджеста. Новое интервью с менеджером проектов из International Engineering Consultants в Шарджи. Сотрудники проекта Skyway посетили тренинг профессора Михаила Александровича Орлова. Мы объявляем ребрендинг платформы Skyway Capital. Здравствуйте, меня зовут Дарья, и вы смотрите 200-й выпуск еженедельного видеодайджеста о проекте Skyway. В новом интервью из Арабских Эмиратов Михаил Кириченко поговорил с Ахмадом Баракатом, менеджером проектов консалтинговой компании International Engineering Consultants. В обязанности Ахмада входит контроль всех подрядчиков проекта, проверка качества материалов, а также инспекция выполненных работ. По словам специалиста, стройка в Шардже идет без задержек и с полным соблюдением сроков. До проекта Skyway Ахмад Баракат 28 лет работал на разных строительных объектах в Объединенных Арабских Эмиратах. Самый крупный из них – искусственный остров Палм-Джумейра на берегу Дубая. Полное интервью с менеджером проекта в Шардже смотрите в описании под видео. Сотрудники проекта Skyway посетили тренинг профессора Михаила Александровича Орлова, который рассказал о современных теориях решения изобретательских задач, известных под сокращением МТРИС. На тренинге сотрудники проекта познакомились с идеями МТРИС и применили их к технологии струнного транспорта. В общей сложности тренинг продлился неделю и собрал более 130 слушателей. После выступления Михаила Александровича все участники получили комплект рабочих материалов и лимитированное издание книги «Блиц ТРИС». У нас есть еще одна важная новость. Мы объявляем ребрендинг. За 5 лет работы Skyway Capital стала по-настоящему международной краудфандинговой площадкой, которая известна сотням тысяч инвесторов из 200 стран мира. В связи с этим мы хотим вложить новый смысл в нашу работу и теперь носим название SkyWorld Community. Вместе с обновлением бренда мы планируем выпустить мобильное приложение для личного кабинета СВЦ, профессиональное обучение для партнеров и многое другое. Смотрите по ссылке в описании видеообращения о планах развития компании от Евгения Кудряшова и Алексея Суходоева. Это были все новости за неделю. Если вас заинтересовала технология Skyway, вы можете перейти на сайт СВЦ по ссылке в описании и поддержать проект. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующий видеодайджест. До встречи!